Хоста гибридная Forbidden Fruit. Forbidden Fruit хоста хибридом украсит любую клумбу своей необычной раскраской листьев. Они имеют ярко-желтый центр, который со временем теряет окраску и становится практически белым. По краю лист насыщенно-зеленый. Такое растение само по себе смотрится ярко и оригинально, а в июле-августе на нем появляются еще и небольшие лавандовые цветы. Цветоносы вырастают на высоту 40-50 см, они красиво смотрятся на фоне сплошной зелени. Forbidden Fruit хоста хибридом хорошо растет при затенении, но можно выращивать его и на солнечных участках. Хоста гибридная Forbidden Fruit — это травянистый высотой 20-25 см. Цветет растение в месяц июль-август. Весной листва по цвету салатовая с желтым центром, летом листва салатовая с желтым центром, осенью листва салатовая с желтым центром. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.